Букет белых роз из рук губернатора Михаила Катюкова и приветствие от сенаторов Александра Уса и Андрея Клишеса. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Красноярск с рабочим визитом. Свое посещение знаковых объектов города одна из крупнейших политиков страны, а Валентина Ивановна с 2011 года постоянный член Совета Безопасности РФ и единогласно избирается председателем Совфеда, начала с кампусов одного из ключевых вузов края СФУ. Спикер Верхней палаты парламента оценила разработки красноярских ученых, институтов гастрономии, нефти и газа, инженерно-строительного института. Ознакомилась с новыми образовательными форматами и технологиями подготовки кадров. Пообщалась со студентами, посетила лабораторию сети фарминга, где выращивают агропродукцию для нужд ресторанного бизнеса. Ученые-инженеры презентовали спикеру разработку топливный элемент, водородно-химический генератор. Он может вдвое увеличить пробег электромобиля. Разработчики усовершенствовали конструкцию, теперь она может работать в арктических условиях. Таких генераторов в мире всего два, и оба созданы в СФУ. Председатель Совета Федерации отметила, с таким человеческим потенциалом главное не затягивать с реализацией проектов для дальнейшего применения всех разработок. В следующий раз, когда я приеду, я скоро приеду, вы скажете, вот это уже внедрено, работает там-то, там-то. Это производится в Беларуси, это производится на таком-то заводе. Заказ у нас вот такой. Вместе с губернатором Михаилом Катюковым Валентина Матвиенко посетила и один из ведущих медцентров региона – краевую клиническую больницу. Приемное отделение, операционный блок, кардиохирургию, отделение реанимации. За последние годы в краевой кардинально обновилась материально-техническая база, улучшен подход к приему пациентов. На контейнере ждет пациента с назначением, и уже идет формирование. Отдельно спикер оценил работу мобильной поликлиники. Это передвижной консультативно-диагностический комплекс. Сейчас в распоряжении наших врачей 5 автомобилей. По отчетам медиков, ежегодно медпомощь в передвижной лаборатории получают более 15 тысяч жителей края. Еще одна локация в рамках рабочей поездки – одно из старейших предприятий края – завод «Радиосвязь». По итогам двух рабочих дней Валентина Матвиенко лично обсудила вопросы социально-экономического развития края с главой региона. Я очень рада возможности побывать в Красноярском крае. Давно, честно говоря, у вас не была. И поражают те позитивные изменения, которые произошли за последние годы. Это крупнейший промышленный и научный центр. Знаю, что вы находитесь в активном общении, анализируете то, что, с чем люди обращаются. Спасибо вам большое за визит. Красноярский край уверенно находится в десятке сегодня крупнейших регионов страны по экономическому потенциалу, по объему инвестиций. Думаю, что это хорошая возможность по итогам визита рабочего делегации Совета Федерации наметить общие меры поддержки. Глава региона подчеркнул, по крупным инвестиционным проектам, а их в крае более 200, сохраняются договоренности. До 2030 года регион может получить 130 тысяч новых рабочих мест. Анастасия Цыганова, Илья Гришан, новости Прима.